Спасибо большое. Let me stand next to your fire. В исполнении Сергея Галамаги. Ну що, починаємо. Підтримайте, друзі. Ваша черга. А чого ти стоїш? Ігра, ігра. Thank you.
О, круто, круто. Максим Витюк и Сергей Голомага. Взял Артем еще одной струной. 7 против 6. Ох, сложный выбор, да? Опять будете совещаться. Первое наше место сегодня получает Сергей. Сергей Голомага, поздравляем нашего победителя. Ура! Сергей, молодец. Вы супер молодец, поэтому получаете вот такую настоящую золотую педаль Crybaby. Она вам поможет, у вас две ноги. Теперь будет две педали Crybaby, можете обоими, так сказать, можно руками, можно целовать, можно гладить.
Поздравляю вас, Сергей, вы молодец. Здорово, очень-очень-очень круто, что у нас есть такой победитель. Это классно. И Артема мы поздравляем, потому что Артем тоже красавчик. Он получает вот такую педаль, MXR Reverb, очень-очень крутой ревербератор. Огромное спасибо за то, что вы нашли время не только подготовиться, но еще и приехать к нам. Кто-то ехал из Киева, кто-то ехал из Николаева, из других городов, из области, из Белой Церкви, да? Специально люди приехали. Спасибо еще раз. Мы хотим сказать огромное всем нашим участникам, всем, кто не прошел даже в эту восьмерку, но участвовал в отборе, записывал видео, готовился. Поверьте, это намного сложнее, чем сидеть в интернете на форумах и рассказывать всем, какой ты молодец, всех осуждать там или завидовать. Лучше всего это сделать самому. Самому это сделать непросто. Это требует очень много времени, физических, психологических затрат. Поэтому очень классно, что все участвовали, очень круто все сыграли. Огромное всем спасибо. Еще раз мы поздравляем победителей, поздравляем, спасибо говорим нашим жюри. Рома Скоробогатько, Вова Павловский, Никита Рубченко. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Приходите в джем. Спасибо.